Мы... Добрый день, дорогие друзья. Мы сегодня на Новоленщине отмечаем очень важную новоленщинскую дату. Это 80-е годовщина со дня освобождения Новоленского района от немецкой фашистской заправки. Да, как говорили ведущие, очень дорого она досталась для нас. Более 1500 военнослужащих Красной Армии отдали свои жизни при освобождении и защите Новоленского района. Долгожданная свобода пришла 30 ноября 1943 года. Но, как я уже сказал, что тогда досталось очень тяжело. Каждый из них, кто погиб, и те сотни тысяч, которые погибли в то время, вот останутся незаживающие раны, в принципе, на теле, на сердце нашей Родины. Дорогие жители Новоленского района, участники митинга, почти 80 лет отделяют нас от суровых событий Великой Отечественной войны, но память о героях, отстоявших Родину от вражеских захватчиков, продолжает жить в наших сердцах. Непомерно великой ценой досталась победа, и в этом немалая заслуга тех, кто, не жалея сил, боролся с фашистами на оккупированной территории. Героическая Новоленская земля сполна испытала на себе ужас гитлеровского порядка. За период оккупации немецкие агрессоры замучили около 600 мирных жителей, более 700 парней и девушек насильно угнано в Германию, разрушено практически все хозяйство района. Свыше 3000 погибли, сражаясь на различных фронтах войны. 19 деревень района постигла трагическая судьба Хатыни. Но новоленцы не встали на колени, а противостояли врагу в истребительных и партизанских отрядах, в каждой сельской хате, самоотверженно приближая великий день освобождения. Погибли 24 воина 415-й стрелковой дивизии, 3047 уроженцев нашего района. Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто отдал самое дорогое – жизнь. В юго-восточном регионе страны стартовала патриотическая акция «На пути к победе». Большое знамя победы как символ преемственности поколений и святости исторической памяти передается из одного района в другой в хронологическом порядке их освобождения от немецко-фашистских захватчиков 80 лет назад. Мы присоединяемся к патриотической акции «На пути к победе». 27 ноября в городе Светлогорск нашему району было передано знамя победы. Торжественным маршем внести знамя победы. Сегодня торжественная церемония передачи Знамени Победы проходит в нашем городе. От Новоленского района Знамя Победы передает Владимир Петрович Антоненко, председатель Новоленского районного исполнительного комитета.
принимает Виктор Иванович Замостик, председатель Ельского районного исполнительного комитета.
пишем. 30 ноября 1943 года Яровлянская партизанская бригада имени Кирова освободила городской поселок Наровля. Написали? Да! Софийка, собери у деток диктанты. Ручки, детки, положите аккуратненько. Я, когда вырасту, стану врачом, а я буду учительницей, как вы, Наталья Николаевна. А я буду летчицей, как мой папа. А я буду разведчиком. И я буду разведчиком. А после войны я буду артисткой. Буду. Наталья Николаевна, почему они смеются? Житневое поле, лесы и озера, Криницинка в лузе, а у неба жауру. Услухайся только, усё тут говорит. Люблю тебя, белая, белая Русь. Но як не любить, то я хаты лягаю. Для синих озёр и полёк золотых. Иди сюда, иди сюда. Направление главного удара на Ровля. 415-я стрелковая дивизия идет с запада. Мы не знаем. Прямо по ходу. Идем на Черниговск. Нет. И дальше идем на Ельск. На Ельск. Так, задача всем понятна? Значит, приступаем к выполнению, друзья. Я иду по трубочке лесной.
там за мешком настоящим. Ей конечно стреляешь, что делать Вика. Край озер и добра, васильковых полей, красоты и добра, сильных духом людей. Перезвон родников и журчание душ, хлебосольное, чистое, белое руль. Праздничного настроения, здоровья, успехов на благо нашей родной Беларуси. И примите в этот день музыкальное поздравление от наших артистов. На сцене народный любительский коллектив Республики Беларусь. Вокальная группа «Единство». Встречайте! Если бы перестила ты меня во сне, я вернулся бы обратно, словно и не сеть. О, полюбочка, под любым дождем, ты в латаной шинели, стощим весь мешком. Две полоски ранения и глаза, как сталь. На потертой гимнастерке орден и медаль. И не плакала бы ветка ивы надо мной, не росли бы ромашки у меня над головой. Если бы перекрестила ты меня во след, я вернулся бы к тебе из тех далеких лет. Эхом летних роз, не скрывая слез, с головой свой окунулся в красоту берез. И студеною водицей спал, оснув лицо. Тихо подошел бы к дому с беленым крыльцом, где дождем умытый, ну а где совсем седой. И не в бронзе был отлитый, а стоял живой. Но под Брестом в ходе страшной мертвой штыковой я, не сдерживая слезы,
говорил с тобой, говорил с тобой в жуткой пустоте, где в бою неравном мой заклинил АПП. И когда под черным дымом плавилась броня, белый ангел мне явился посреди огня. Я просил тебя не помнить, но не забывать, и меня свинцом коснулась Божья благодать. Живая, смелая, орала песни каждая теплушка и называлась голубым Дунаем любая привокзальная пивнушка. Там наливали чашки, кружки, плошки, давай, солдат, беги, давай, беги. И сыпали частушками гармошки и даром угощались инвалиды. На сапогах истоптанных, потертых, а сельки были все крутые гробы, медалями на потных гимнастерках звенела география Европы. На радостях солдаты выбивали, так рай вырвал просвет на стену. Они в четыре года воевали, имели право выбиться по свету. Порядке.
Я сам из круга, я сам из круга.
чудесами, но не чудесней ничего, чем та земля под небесами, где крыша дома твоего, где крыша дома твоего. И если вдруг тебе снется, то грусть не значит ничего, когда ты знаешь, что под солнцем есть крыша дома твоего, есть крыша дома твоего. Thank you.
целуй меня. Светло.
обходят вас стороной. Дорогие друзья, вот и подошла к концу сегодняшняя наша встреча. Мы благодарим за ваши аплодисменты, за ваши улыбки. И я надеюсь и даже уверена, что эта встреча отзовется теплом и в наших, и в ваших сердцах. Мы обращаемся к вам от всего личного состава Пинского пограничного отряда с пожеланиями мира, добра вашим семьям и вашему дому. И, как говорится, до новых встреч, до нового праздника!